Мы предлагаем к обсуждению уже две наши хорошо известные инициативы, последние, ну, вернее, одна уже многолетняя, вторая недавняя. Речь идет о нашем законопроекте об освобождении от уплаты земельного налога владельцев земельных участков размером до 8 соток. И вторая наша инициатива – это 13-я пенсия для пенсионеров, достигших возраста 70 лет. Об этом мы хотим поговорить с президентом. Естественно, я думаю, что это будет консолидированная позиция всех фракций Государственной Думы, консолидированный по теме, не по содержанию, а может быть, и по содержанию нам удастся выйти на консолидированную позицию. Я имею в виду известный законопроект, который внес президент о выборах депутатов Государственной Думы. Эту тему мы обязательно обсудим. Есть еще целый ряд вопросов, которые касаются социально-экономического положения в нашей стране, отдельных, скажем так, отраслей, либо отдельных направлений в этой деятельности. Вот примерно то, что мы планируем.